Блаженная Ксения жила в 18 веке в Санкт-Петербурге. По достижении совершеннолетия она вступила в брак с Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании полковника. В 26 лет Ксения осталась вдовой. Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж не успел принести покаяния. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение прегрешений раба Божия Андрея. В день похорон мужа Ксения Григорьевна надела его одежду. Всем, обращавшимся к ней с соболезнованиями, говорила, что умер не Андрей Федорович, а его супруга Ксения Григорьевна. С этого момента она действительно умерла для мира, приняв на себя тяжелейший подвиг – юродство Христа ради. Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет. На ее могиле на Смоленском кладбище воздвигли каменную часовню.